Всем привет, меня зовут Алексей Красиков, я основатель и руководитель школы эмоционального интеллекта и психотерапии. Сегодня я буду отвечать на вопросы моих подписчиков о том, как я сам столкнулся с невротическим расстройством в 2006 году и о том, как я не выгорел до сих пор в профессии психолога-консультанта. Правда, что вы сами сталкивались с неврозом? Да, 5-6 год, это было, когда я был еще моделью, танцором и начинал работать потом в ресторанах, в этот период, да, были панические атаки, вегетативная дисфункция, потом панические атаки, потом паническое расстройство и генерализованное тревожное расстройство похода, да, было дело. Как началась карьера блогера и психолога? А с этого и началось. Я когда столкнулся со своими паническими атаками, это был 6-й год, тогда слово такое даже никто не знал, ни блогер, ни панические атаки. Практически никто про это не говорил. И, естественно, я не понимал, что со мной происходит, я думал, что я умираю. Это было в ресторане. И я был полностью уверен, что сердечный приступ, и это приступ какой-то аритмии или инфаркта, или что-то такое. Начал ходить по врачам, попал на грамотного кардиолога, она мне объяснила, что это эмоционально, что я перенервничал. Начал как-то сам разбираться, читать работы клиники неврозов имени Бехтерева, именно тогда еще был жив Борис Дмитриевич Кровосарский, и как раз тогда Александрова Артура Александровича слушал, Подсадного Сергея Александровича. Вот. И начал понимать, что это такое, сам себе помог, и как бы на этом все закончилось. Потом мне кто-то в социальной сети, в Одноклассниках написал, типа, Леш, я знаю, что у тебя была такая херня, из знакомых, а что типа делать надо? Я рассказал человеку, что надо делать, чтобы справиться с паническими атаками. Она говорит, ой, спасибо, мне помогло. И так я сделал группу в Одноклассниках, и не было тогда еще Ютуба. Ютуб сделали ребята из PayPal в 2009-м. А в 2008 я еще делал блог в Одноклассниках. И люди стали писать, ой, типа, у меня тоже такая фигня, мы не знали, что это так называется. И их стало много. Я писал каждый день, пишу я плохо. Я пальцами хуже, чем языком, так сказать. Да. И я бывший двоечник по русскому языку, потому что много пропустил. И надоело мне писать. И тогда уже ребята из Ютуба пришли в Россию. И мне мой подписчик, типа, я им говорю, все, ребят, я устал, блядь, я не хочу больше этой темой заниматься. Не было когда желания заниматься психотерапией, базово. И мне подписчик говорит, типа, сними видео. Есть такая платформа, YouTube, там можно загрузить файл, получишь ссылку, сюда ссылку скинешь, в общем, люди будут смотреть. Я так и сделал. Я записал несколько видосов, загрузил их тогда в YouTube, назвал их часть 1, часть 2, часть 3, значит, разместил в Одноклассниках и, значит, думал, что на этом все закончится. А хрена с два, блядь, на этом только все и началось. Потом еще видео, все больше и больше людей, больше благодарности, значит, нарциссическое спасибо, только вы, спасибо, такой, да, пожалуйста, да. И все, вот эта нарциссическая такая тема благодарности заставила меня снимать все больше. Ну и пошло-поехало. Что помогло не выгореть? Это хороший вопрос. Потому что огромное количество моих коллег, даже которые профилировались по тревожно-депрессивным расстройствам, уже просто в хламину износились. Потому что, когда ты говоришь об одном и том же, это очень тяжело. Я столкнулся почти с выгоранием один раз, и я, мне кажется, нашел правильный инструмент, могу им поделиться. Я с 2011 года стал снимать видосы на YouTube. С 2006 я болел сам, в 2008 я стал писать в Одноклассниках, в 2011 я начал снимать видосы. И первое мое внимание было посвящено только теме вегет-сосудистой дистонии и паническим атакам. Я 2 года только про это говорил. И я понял, что я больше не могу слушать слово «панические атаки ВСД», у меня уже глаз дергался. И я как-то интуитивно перешел на тему неврозов. То есть ВСД, панические атаки, это как бы вот. Но я сконцентрировался на теме неврозов. Внутренние конфликты. Это был 2000,
13-й год, меня все хуесосили, типа, какие внутренние конфликты, откуда ты их придумал, не надо никакие внутренние конфликты искать, это все сказки. Сейчас, ну, в общем, да, понятно, что это все смешно, кто это все писал и говорил. И потом я сконцентрировался на неврозах, то есть я переключился с одной темы на более глубокую. Потом я устал говорить про неврозы, и потом я устал, в принципе, говорить про всю психотерапию, и я интуитивно понял, что я хочу заниматься образованием. Резюме. Чтобы не выгореть, нужно постоянно менять то, чем ты занимаешься, даже в этой профессии. То есть не одно и то же, а развиваться внутри. Вот если посмотрите мой блог с 2011 года по сегодняшний, там прям это видно, какой я в 2011-2012 году. И там прям видно, как меняются темы, как меняется подача, как меняюсь я и как меняется цель, что я делаю. Сначала это были панические атаки ВСД, потом это были неврозы, потом это была психотерапия, потом это был эмоциональный интеллект и психотерапия, потом это образование. И это вот так вот развивается. Поэтому каждые 3 года такой новый челлендж, и мне кажется, в этом ответ на этот вопрос. Какие дальнейшие планы развития? Прежде всего, это развивать образование в России. То есть я не бросаю своих пациентов, я не бросаю своих клиентов. Я веду по-прежнему частную практику, я буду вести вебинары для них. Но на первый план у меня сейчас выходит подготовка специалистов. Я очень хочу подготовить несколько тысяч качественных специалистов для Российской Федерации. Потому что, ну, это такая моя миссия, что ли. Сначала я там 17 лет занимался терапией как частное лицо. Мне кажется, я эту миссию выполнил достаточно, наверное, неплохо. Сейчас я чувствую в себе силы и ресурс передать все, что я умею, все, что я чувствую, знаю и могу, большему количеству людей, чтобы они еще больше стали прорастать. Тогда это будет кратно результат увеличиваться. Поэтому развитие образования, развитие федеральной сети, которую мы сделали социальную, развитие медицины, психотерапии и реформа психотерапевтической подготовки в стране. Дальше это открытие специализированных клинико-диагностических центров во всех регионах России профильных. Ну, там много планов. Но прежде всего это образование качественное. Мы сейчас ведем переговоры с одним московским вузом, с 2 московскими вузами. Один вуз хочет с нами сделать программу качественную по эмоциональному интеллекту, а другой вуз хочет сделать качественную магистратуру. Наконец-то мы к этому пришли, потому что я знаю, из чего должна состоять магистратура, потому что то, простите, из чего она сейчас состоит, это смешно. Марксизм, ленинизм, блядь. Магистр психологических наук изучает марксизм и ленинизм в 2023 году. Ну, вы серьезно? Я говорю, а слово «тревожное расстройство» у вас где вообще? Их нет. А зачем мне тогда ваш магистр психологии, если я не знаю, что такое паническое расстройство? Ну, нахрена козе баян тогда? Что я буду с вашей магистратурой делать? Поэтому мы пришли в ВУЗ, сказали правду, что мы думаем по этому поводу. Ну, я сказал, да? Мне сказали, да, есть такое дело, давайте сделайте крутую магистратуру. И вот мы сейчас будем делать крутую магистратуру по клинической психологии для вуза.